Доброе утро. У нас карта дня 21 ноября. Сегодня у нас воскресенье, и нам выпадает девятка кубков. Карта дня говорит, что сегодня вас ожидают какие-то очень приятные события, которые доставят вам массу позитивных эмоций. Это может быть все, что угодно. Хорошая новость, получение долгожданного результата, денежная прибыль, подарок, счастливый случай, влюбленный взгляд. Также карта дня говорит, что сегодня вы можете быть приглашены на какой-то приятный вечер. Это может быть какое-то событие или это приглашение на свидание. То есть карта предвещает вам какое-то приятное времяпрепровождение, а также то, что вы сегодня будете находиться в добром здравии и эмоциональном благополучии. А у кого-то сегодня может исполниться какое-то ваше очень заветное желание. Хорошего вам дня!